Добрый день, дорогие друзья! Вот, наконец-то запишу обзор о автомобиле. Этот автомобиль находится в городе Барнауле, торговый центр «Огни». Называется он «Subaru Impreza». Вот так сделали его. Литые диски. Но говорят, ребята, карбоновый кузов. Да, карбон. Карбон это, да, ребят? Да, говорят, тут вот карбоновый. Вот как интересно. Двигатель вот даже видно у него. Ну а в салоне, я не знаю, тут вам видно будет, нет? Да, видно будет, по-моему. Сделан салон. И тут дуги у него внутри безопасности. Спойлер вот такой красивый у него сделан. Крышку багажника, бензобака, извините. Так вот утопили. Интересно. Вот такой автомобиль. Надо отдать должное человеку, который его сделал. Очень интересный автомобиль. Красивый. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется «Николай Кныш. Путешествие автомобиля». Желаю всем счастья, здоровья и исполнения всех ваших желаний. Всего вам доброго.